bang that go bump in the night. Whoa, who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Йо-йо-йо, друзья, всем привет. Добро пожаловать на кооперативное прохождение игры Dead Island Riptide. Диаметра Ниагара, мы с вами выживаем на этом одиноком острове. Всем привет. Смотри, ну пошел дождь. Как-то резко сменилась погода, пока ты здоровался. Ну, у нас здесь тропики. Перемен погоды, наверное, характерна. Нужно с этой девушкой поговорить. Вы с Харди друг друга не жалуете, правда? Этот гад меня в трюме корабля запер. Едва жива осталась. Ты с ней разговариваешь или да, нет? Да, я разговариваю. Правда? У нас и без того забот. Ладно, полный. Пока занимайся этим, а я пойду пока не сдам... Не забирайте этим свою прелестную головку. Просто скажите, как добраться до Хендерсона. Мы собрали припасы на пляже. В джунглях все размыто муссонами. Да? Так что, видимо, только море. Угу. Тут есть один Чиаманда, парень из Халая. Он говорит, это рыбацкая деревня. Там должны быть лодки. Да, если да, удастся хорошо. Заполучить одну, можно и будет легко добраться для мяса. То, что я искал. Когда в путь? Так, она меня спрашивает, когда в путь. Мы прямо сейчас начнем это новое задание. Проберитесь через джунгли. Сложность 3 черепушки, 3 звездочки опыта, и в награду дадут дубинку. Угу. Смотри, у нас есть возможность выполнить основное задание, есть еще здесь дополнительное. Но это у нее основное задание, поэтому мы все-таки будем выполнять основной сюжет и иногда брать квесты. Вот так сделаем. Не вопрос. Ну давай. Перемешка. Хорошо. Чем быстрее доберемся до Хендерсона, да, конечно, тем быстрее мы отсюда выберемся. Так, куда нам? Как все, видите, каждый из нас вносит говорить свой вклад в общую безопасность и благосостояние. Я пока, пожалуй, возьму. Если достанете нужные припасы, сможете воспользоваться нашими способностями. А, новое улучшение у меня появилось. Сейчас я проапгрейдю свою персонажа. Поспрашивайте людей у лодки. Столько о лодке. О лодке поспрашивайте. О лодке, да, вижу. Так, ну надо поспрашивать людей. Но это я вижу уже за пределы. Надо будет выйти, да, от этого райского острова. Лежит хавчик какой-то, что ли? Подожди. Боеприпасы для сигнального пистолета. А, взять. У тебя сигнальный пистолет еще до сих пор? Да. А, я его продал. Не знаю, как-то мне показалось, он бесполезным. Смотри, дождь кончился. Сейчас я возьму вот этот супер молоток для мяса, буду дробить им всем. Ся. Да нет, не гвоздемет, черт возьми. Тут гвоздемет. Оп! Поток для мяса. Мне не получилось перепрыгнуть через мост. Я немножко покупаюсь. Ну давай, ты снизу пройдешь, а я сверху. О! У нас здесь первое транспортное средство. Надеюсь, у тебя есть права. Транспортное средство и есть. Ага. Желающие! Это такие поживиться. Инспектора ДПС, идите пошла к черту, нафиг. У меня нет прав, я пойду. У вас много-то, ребят. Что, ГАИ распустили, что ли? Где он? Ох! Мой фирменный прием. Разбивание голов, да, черепушки. Покрошили такие. Я ему ногу отрезала. О, господи. Господи! Не, кстати говоря, посмотри, такое ощущение, как будто они сиамские близнецы. Вот продолжение идет. У этой нога идет к этому парню. О, к тебе сзади подгребает, осторожно. Кадок. Смотри, я его сейчас пну. Пиу! Где он? Он уже лежит. По-моему, ты его сразила. Батарея какая-то у него была с собой. Сейчас я еще обыщу тут твоих трупаков. Здесь полным-полно лута, поэтому давай, собирай. Ага. Деньжата всякие там. Путеводитель по острову, друзья, у них нифига себе. А батареи нам зачем? Напомните-ка мне. О, я коллекционный предмет нашла такой же, да? Ты взял. Ну, путеводитель, да? Ну да. Батареи, наверное, у нас для модернизации оружия. То есть, ну, если какое-то электролизованное, электрическое какое-то оружие. Да? А что-то у меня пропало это. Куда бежать? Пунктирик. У меня тоже пунктира нету, ну это такая пересеченная местность, видимо, здесь нам придется самим добираться. Да. Ну давай сядем в машину, что ж мы пешком-то пойдем. В машине поедем? Конечно. А, ну ладно, прокатите меня. С ветерком. Желательно. Ну, с ветерком обещаю, потому что у нас такой кабриолетообразный. Поехали. Я что ли за рулем? Э!
Нет, давай-ка садись ты с той стороны. Чёрт, праворульная. Она леворукая. Праворука, вернее. Ну, права, да. В случае мне японского происхождения. Там любители праворульных машин. Let's go. О, дави, дави. Опа. Я получаю просто опыт ни за что. За что нарушаю правила дорожного движения. Вон их сколько здесь. Развлечения на острове. Ой, ой, что такое? Это надо выдавить как-то. Ой, подождите. Зачем я вышла? Стой! Подожди, подожди, иди, иди сюда, иди сюда. Давай, забирайся. Я хочу его завалить, подожди. А, сейчас я тогда развернусь. Ой, вот я задавил случайно, извиняюсь. Там это проехался по ноге. Кстати говоря, мы можем, знаете, куда еще? Зайти вот сюда вот на заправочную станцию. У нас тут дополнительные автомобили есть. Куча зомбаков и, может быть, что-нибудь интересное. Да? Тут еще вот возле перевернутой тачки можно поживиться. Не нравятся мне эти праворульные машины, как-то совершенно путают. Ух ты, зомбарылые. Тебе идут двое, кстати говоря. Да, я вижу. Пока ты с ними разбираешься, я собираю деньжат. Руку отрезала ей. Мертвые идут. Да-да-да. Ох, какое у меня замечательное мачете. Я прям... Хорошо бы тоже обзавестись вот таким вот режущим оружием. Я прям не жалею, что я его взяла и прокачала. Круто. Крутяк, крутяк. А ты где его нашла? Ты купил где-то или как? Нет, я нашла его. О, смотри-ка, 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 тут брейкданс. Спасите, Брайан. Подожди, Брайан. А чё-то их тут так много? Я не хочу туда идти. Садись в тачку, поехали давить их. Давай, давай, быстрее. Чё они? Ау, пошли нафиг. Давай, нам надо помочь этим парням. Ну ладно, сейчас. Ой, ты чё на него прыгнул так? Мой фирменный стиль. Бросок кобры. Лишняя конечность. Я их, видишь, порубала. Большая батарея, а. Ага. Чё там, ещё несколько осталось? Ох ты, бежит, бежит. Так, ожидание других игроков. Тебе надо немножко подойти ко мне. Подожди. О! Пожалуйста, ждите. А что случилось-то? Выкинуло, что ли, нас? Нет-нет-нет, все нормально. Я открыл дверь. Какой-то сарайчик. А, то есть мы ему уже помогли, или что? Нет, получается, что мы с тобой прошли в отдельную локацию. А-а. Подожди, мы туда прошли? А, мы не туда прошли. Не-не, давай возвращаемся. Ух ты, подожди-ка. Чё-то их тут как-то много. Зачем мы здесь? Немножко перепутал. Я думал, мы с тобой откроем дорогу ему, чтобы он выбрался. А мы куда-то зашли, не а туда, это, да? Это другая локация, здесь... я даже не знаю, что здесь есть. Наверное, нам стоит вернуться. Подожди. Ух ты, а он так дерется, он в ответку меня ударил. Ой-ой-ой. Меня замочили. Да меня тоже сейчас, я чувствую, убьют. А если нас обоих убьют? А, нет, мы просто заново начали, что ли? Нет, конечно, здесь же нет такого, как в Джалакфудеде. Надо возрождать и восстанавливать друг друга. Видишь, здесь здоровенный бандит и... Блин. Наше оружие просто очень мало наносит ему урона. Мы, наверное, рановато что зашли. Пошли давай, может, отсюда выйдем? Нафиг. Да, давай, выходим. Мы, говорит, рановато сюда зашли. Ну, немножко покромсали для опыта, тоже пригодится. А в него, наверное, огнестрел надо или что-нибудь такое. Ну, либо огнестрел, но в любом случае, то оружие, которое наносит гораздо больше опыта, чем есть. Ну не с нашими финтифлюшками на него. Да нет, конечно. Да? На помощь! Так, а чё ты их тут все равно дофига? Ой-ой-ой. Что-то я забыл, что у меня осталось 2 кубика здоровья. Ладно, вау-вау-вау-вау-вау, тихо-тихо. Хуеп. О, сзади осторожно! Так, пора садиться на машину и немножечко поработать, да? Давай. Сказать, блин, а что тут проворудили? Ой, отваливаем оттуда подальше. Ой-ой-ой-ой. Так, вы как хотите, я сажусь на зад... Ты черт, я сел на заднее сиденье. Ты в тачку на заднем сел? Господи, смерть!
Это машине это вообще что? Тебя убили в тачке? Да, меня убили в тачке, но, кстати говоря, я... О, дави, дави! Прогресс в испытаниях, да, детка! Подожди, возьми меня с собой! Забери меня с собой! Стой, 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 я к тебе иду, стой! Нифига себе, мачете, блин, больше, чем я, на самом деле. Все, поехали. Да, мы уже, по-моему, всех убили. А, нет, вон еще один. Возле этой заправки, даже, видишь? Я застрял. Ладно, я сейчас выйду. Там мне один остался. Как бы только тебя тут не задавить, подожди. Нет, меня не надо давить. Вон он идет. Я тут и не могу проехать. А, это бандит опять, блин. А, бандит, да? Ох, он меня сейчас... Сразу же убил. Но у меня было мало этих... Я его добью. Давай. Ху-ху-ху, ударчик один, и он меня просто... Я убил. Тебе про что и говорю. Он вносит... Но я-то живучий, а? Думал, что я сдох, да ни хрена подобного. Так, может мне что-то другое взять? Но я его даже с ног сбить не могу. Офигеть, я не знаю. Все, я его убил, отлично. Все, точно? Да. Завалил? Давай, обыщем тут все. Они точно мертвы? Вы уверены? Все, это... отлично, Брайан. Они здорово. Говорят, точно мертвы, это моя фраза. Тут что-то интересненькое, ну-ка. Мусор. Это так, что? Говорите с Брайаном. А как я должен с ним поговорить, если он недоступен, скажем так. 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 А, все понял, сейчас так, я заберусь. Так, так. Ты пока там поизучай, а я... Магнит, да я тут всякую штуку собираю. О, господи, спасибо. Я уж думал, ни за что отсюда не выберусь. Все, наконец-то. Вот, возьмите. Что-то он мне вам дает. Это наверняка нужнее. Что это такое? За я надеюсь, полезная вещь. Ладно. Мыло? Чё? Ты чё, прикалываешься, что ли? Мне мыло дал. Повеситься, что ли? На тебе мыло. Ну, мыло, кучу денег. Так. Ага. Спасите Брайана. Ну, он что-то пришел, сел тут и чё? А все, я его спас, он мне уже дал награду. Ага. Так, верстак, в принципе... Верстачок, надо мне... Посмотрим. Мачете подлечить, конец. Отремонтировать обязательно, классная штука. Цейская дубинка. Даже не знаю, больше, наверное, пока не буду ни на что деньги тратить. Да, деньги, конечно, надо пока экономить. У нас их маловато. Так, подожди, я хочу вот это взять. Одеть. Кстати говоря, а что у нас с модернизацией? О, что это она сделала? Нет, подожди, я что-то не то замутила. Так, тюканская мачете, вот. Самодельный нож. Вот. Ай, 24 вообще. Так, а где тут метательный, который я покупал? Тут не хочется мне тратить деньги на усовершенствование этого молотка. Что там, кто-то жив? О, твою ж мать хрена. Где? Чё? Я прошелся по луже, которая пропитана электричеством. Господи, я уж думал, жив кто-то. Тут что-то есть. Это большая батарея. О, ладно. Так. Что, поехали тогда? Ехать обратно нам надо, да, наверное? Точно здесь все осмотрели? Не хочется ничего оставлять. А в любом случае, если мы здесь там чувак стоит, поехали. А то он сейчас сюда придет. Там... Нет, просто если ты помнишь, тут у нас лут воскрешает, ну, возрождается, можно сказать. А, то есть он постоянно появляется. Поэтому. Через некоторое время мы сюда вернемся, возможно, когда будем возвращаться на этот остров. Опа. Не, ребят, у вас нет шансов. А вон там еще. А, ну он просто жрет кого-то. Можно просто ехать взад вперед и постоянно получать... А они нас тут не замочат в тачке? Они не могут разбить там стекло, залезть как-то, нет? Залезть не могут, а убить могут. Офигеть. Поэтому останавливаться тут не стоит. А, вон, дави их сзади, вон смотри сколько. Дави, дави. Сейчас. Какая веселая. А, ну это мы с тобой, посмотри, мы вернулись на вот лагерь, тут немножко с другой стороны. Ага. Ой, офигеть, сколько их тут. Не ж горю, халявный опыт просто. Но нам нужно не сюда. Забавная игра. Да, нам нужно в другую сторону, разворачивайся. Там остров полон чудес, да? Пареньки скучают. Вот. О, бежит, смотри, как шустро. Тараканы набежали.
такой все. Ой-ой-ой. Где-то недалеко же, да, наш? Любители фастфуда. Вот здесь, кстати говоря, такой большой лагерь. Давай выйдем, посмотрим. Тут большое-большое количество лута. Ну ладно, хорошо. Что это тут? Какой-то палаточный лагерь, наверное, да? Блин. Ну, не нарваться бы здесь на каких-то таких, которые вырубают за один раз. Ну, это пока бандиты мы с тобой. Ну, здесь, видишь, одни трупы, я смотрю. Ого! Одни трупы. Чёрт, трупы, блин. Я ещё хочу жить. Ой, нафиг, куда они подгребают-то? Иди сюда. Короче, тут надо мародёрствовать достаточно быстро. Так. Лучше. Ух ты, офигеть! Бешеная женщина. Яблочко. Еще кто-то орет. Где? Деньжата. Здесь, кстати говоря, да, можно поживиться не только какими-то вещами, но и деньжатами. Много очень чемоданов. Подожди, кто-то сильно орет. В доме, что ли, она или где? Ты собирай лут, пока никого нету. Ага. Здесь его действительно очень много. В палатках нет ничего. Да, да. Я вижу, тут очень много чемоданов. Полезные ископаемые. Просто. Да. Неограниченных возможностей. Это мы удачно зашли. Я просто помню, что здесь вот в самом начале дается такой шанс нам. А ты полностью проходил игру? Нет? Ну, я даже не знаю, на 100% или нет, но по сюжету, да. Вы посмотрите, хреновый выдался отпуск. Хреновый выдался отпуск. Так, что-то никого я не вижу. Где все? Не надо. Пусть они где-нибудь там загорают. Ну, я слышу, что кто-то где-то орёт, блин. Прямо такие крики. Опять я мыло взял. Зачем здесь мыло? О, блин. Реально, на... О! Здорово, чувак, как здесь взялся? Встретил, да, все-таки ты? Ну, обычные зомбаки. С ними, в принципе, разобраться ничего не стоит. Так. Я, в принципе, применяю такую же тактику, как и в Dying Light. Сшибаюсь с ног и по роже. Ну, я также пинаю сначала. Ну, он либо падает, либо его отталкивает от меня, и потом мочить. Кстати говоря, вот тот прием, который я выполняю, Dying Light, он как бы отдельно обособлен. Это вот прыжок и удар ногой. Ты сразу сколько сбиваешь. Mm-hmm. Я нашла телефончик. Я сейчас всем буду звонить. Да, алло, позвоните. Я на острове, пригоняйте, тут классно. О, чувак проснулся. А, он тебя услышал, пожалуйста. Еще один, обалдеть. Ух ты, ух ты, ух ты. Конечно, нам офигеть, ты сейчас бы видел, что она творит. Она просто разрубает их. Руки отрубает, головы, жесть. У меня такая кровожадная... Хрена себе, я провалился. Девочка. Так, я тут не могу подобрать какое-то оружие, у меня недостаточный уровень. Так. Достаточный уровень? Подожди, что за оружие? Ну, там, иди сходи, кстати, тебе дадут вот... Да, видел? Вот, валяется. Хрупкий нож? А, там 19 уровень написано, у меня 17 или какой ли. А, ну у меня уже 21 или 22. Ну вот. Ну, и тем более, посмотрим. Даже по характеристикам он хуже, чем мой молоток. Мясницкий. Нет, все равно кто-то... Короче говорит, говоря, знаешь, мы такое ощущение попали как будто на базар. Тут можно просто ходить и не уходить. О, чувак точно проснется. Заходи, хочешь сразиться? Ой, о-хо-хо-хо. Ага. А я взяла алкоголь, пока ты тут сражался. Ну, давай, я говори тост. Маленько прибухнула тут. Расслабилась. Так, это что такое? О, лимонный сок, круто. А, ну вот тебе сачок, видишь? Но это, правда, для чего-то нужно. То есть я его не выпил. Да? Я зайти не могу, пустите. Она что, в дверь не может пройти. Чего, слишком широкий, да? Да. Это большая женщина. Ну, что-то он не хочет подниматься, ладно, пусть валяется. Так, изношенная палка. Короче говоря, я тут собрал столько всего, что можно, я не знаю, жить еще месяц на этом острове. Денег куча, это точно. Да, так, здесь сколько? Можно... О, у меня уже 3500, нифига себе. Офигеть. Крутик, я же говорю, мы как на базаре все равно. Богатенький Буратино.
Так, у вас есть доступные очки умения. Вот сейчас чувак этот проснется, интересно, нет? Внизу сидит. Так, ты пока разбирайся, я тоже сейчас загляну. Ау! Ау, 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 ау! Ты, говорит, разбирайся! Разбирайся, да, я пока здесь уже разберусь только с умением. Так, урон в пьяном виде. Вот как... О-о-о, тихо-тихо-тихо, родной! Недовольный приятель. Так. Пожалуй, я надо спрятаться вам в палатку, чтобы замыкнуть. Ау-ау-ау, женщина, успокойтесь. Тихо. Что я такое нажал? И я написал так, пойдемте туда. Что это такое? Чё? Я нажимаю на С, то есть это такое своеобразное управление персонажем. Я еще бутылку нашла. Что-то вроде тактического шутера, да, получается? О-о-о-о! Нифига себе. Это моя суперспособность, друзья! Сейчас вы увидите её. Я не вижу, что ты там делаешь, надо будет потом на твоем канале посмотреть. У меня метательное оружие, то есть получается, так что я с... Ребята, да, которые вдруг не знают, что можно посмотреть запись от твоего лица. Вот заходите на канал Диомеда. Интересно просто посмотреть с двух как бы сторон прохождения. Запись от моего лица и от твоего лица. Конечно, тут совершенно по-другому. Разные ракурсы, разный вид, разный взгляд. Ну и разные сражения, кто кого, что там, как убивает. Ну да. Ты у нас, например, на рынке там отовариваешься, а я отовариваю зомби. Я хожу, жру яблоки и пью алкоголь. Не знаю, как ты. Я не знаю. Вот здесь люди голодают, ты жрёшь яблоки. Ого, там за тобой двое, да? Ага. Давай, разбирайся. Мне надо подкрепиться, меня поколотили. И тут нету ничего, ну ладно. Я, похоже, здесь уже все съела, что могла, блин. А, нет. Ой. Вот. Ох, я еще жив, нифига себе, я уже думал, меня убили. Так, я... Так, а получается, что три кубика у нас, они сами восстанавливаются. О, трое, что ли, за тобой? Сейчас тебе помогу. Да за мной, я не знаю, вся бригада тут. Сейчас не будет бригады. Лишняя конечность. Уйди отсюда. Ух, тут у вас махач. Сейчас, сейчас, сейчас. Я одного возьму на себя. Прибыл бульдозер, блин, я не знаю. С моей стороны это выглядело реально круто. Как будто приехал какой-то белас и просто смял в порошок там всех. Так, мне нужны фрукты, мне срочно нужны бананчики. Хочу... Да, мне бы тоже не мешало, но я здесь, по-моему, все сожрала уже, ты поздно пришел. А ты? Где бананы мои? Я тут газиалу нашла, энергетический напиток. О, фрукты, фрукты, фрукты. Ну, чтобы не париться, не использовать аптечки, я сжираю в огромное количество фруктов. Да, я тоже. О, слушай, чувак-то проснулся. Я вот его подозревала в этом. В измене? Что все-таки он начнется. Это какая-то кусовка. Так, я все-таки... Все-таки наконец-то побуду один и... Прокачусь. Ой, бежит, бежит. Оп, тихо. Блин, не пугай меня так, я думал, что... Ко мне бежит. Я уже офигел. О, отрезание голов этим мачете, это сказка. О, получайте больше денег и опыта во время общей ярости. Интересно. Ты все там прокачиваешься. Я потом за кадром это сделаю. Я пока тут побегаю, пособираю полезности всякие. Ну, кстати говоря, не сказать, что у нее был какой-то эффект. Вот она находила алкоголь, забирала и... Я нашла, кстати, коллекционный предмет. Попытка не пытка. А, активация общей ярости. Нажмите Z, а потом еще раз нажмите Z. Интересно. Надо будет, кстати говоря, с тобой попробовать. Какую-то такую ярость? Ярость. Да. О, иди сюда, что... здесь яблочки есть. Иди-ка, покушай. Витаминчики, да? Да, фрукты есть. Почему я не могу взять тыкву? Тыква. Это что? Пачка сигарет, она не берется. Так, то есть мы не курим, ладно? Ну, мы не курим. О, бежит, бежит. Ой, слушай, их там сколько? Двое, трое. Смотри, кстати, как он быстро подгребает ко мне. Смотри, смотри. Пошел вон. Ух ты, ух ты, ух ты. На все это. Их там... Подойди сюда, здесь еще один противоположный остров. А я нашла его уже. А, ты нашла все. Там, где ты бегал. Вон, смотри, желающие.
Желающий огрести от меня? Да, давай, разбирайся. Как она за тобой бежит. Ржака. Ты тут все съел, ничего не оставил? Все слопал? Ладно. Вроде все. Так, ну это дамочка твоя, тут еще кто-то встает. Сейчас, подожди. Она не в моем вкусе. На, получай. А вот так? Ну вот так тоже. Я ее немножко укоротила. Совсем чуть-чуть, да? А то что-то, да, джинсы великоваты, надо ее немножко украсть. Ну так, ну здесь двое или один жрет? Так, где моя машина? Где моя машина? А мы уже далеко от нее ушли. Да нет, здесь еще одна машина, зеленая. Ну нам, наверное, пора прокатиться, да, потому что... Ну конечно, мы немножко... Мы уже далеко ушли. Я уже устал, мне нужно... Стой, бежит там чувак, бежит, забери меня, подожди, он бежит. Скорее садись. А поехали. Не добежал. Так, у нас здесь, в принципе, два направления, смотри, мы можем пройти пешедралом там. А, вот он, смотри, видишь? Такой, я добежал. Поздно. Ой. Ой, на капот не надо. Кидаться к нам. Ребята, я только хотел спросить такой. Я купил только новую машину, блин. Да не, знаешь. Как пройти в библиотеку? На. Маркирского периода, друзья, да? Смотрите. Задавили. Ух ой, ты. Господи, куда я приехал? Новое задание. Стой, смотри, какое-то новое задание. Помогите Мугамбе. Давай, дави их. Сейчас. Короче, нам вот в это место, видимо, помочь Мугамбе какому-то. Вон, где он там? Поищи машина. Так, приехали. Эй, я вышла. Ох ты, черт, как их здесь много-то. Да, и здесь многовато, поэтому я, в принципе, планирую не выходить из машины. Не выходи пока. Сюда! Мне отсюда не выбраться! Да не ори. Где там Мугамба-то? Да он на крыше орёт. А, видишь, все, вижу. Так, да ладно. Поворачивай ты. Огромное спасибо. Все, что ли? А все, я спасла Мугамбу. Спасительница Мугамбы. Пожрать яблочек. Что-то там мне плохо. Так, еще. Все. Тебе надо с ним поговорить, потому что у тебя задание еще не выполнено. Сейчас я поговорю, видишь, я лечилась. Я так, классно припарковался. Мугамба. Шикарно. Полезли наверх. Dead Zone. Здесь еще фрукты, вот, отлично. Возьмите. Ой, блин. Вот. Че, возьмите. Прошу, это вам. А я пойду искать свою семью. Каждый такой плод восстанавливает по здоровье. А внизу, кстати говоря, да, у нас тоже... А, он мне денежек дал. 45 баксов. 45 баксов? Немного, да? Ну, он мод, конечно, что сказать. Я в этом грузовичке и то нашел больше, чем он дал. За спасение его жалкой жизни. Да. Ну ладно, что мы зато тут развлеклись, размялись. Отрезали пару конечностей. Так, скоро уже ярость у меня достигнет пика, и мы можем с тобой продемонстрировать ее. Обязательно. Ты скажи, когда будешь демонстрировать, я хоть посмотрю. Mm-hmm. О, даже у трупа 39 баксов я забрала. А он мне 45 дал. Гад, я сейчас пойду ему подкорочу что-нибудь. О, иди-ка сюда. Я нашел нашего нового приятеля. Подожди. Уху, иди сюда. О-о-о-о! Не-не-не, спокойно. Стой. Ко мне чувак и бежит. Я не знаю, где ты, но тут у меня есть гость. Я нашел толстячка нашего. Так. Иди сюда, родной, иди. Цып. Ты подожди, его не убивай, я на него хочу посмотреть. Да я его к нему приблизиться не могу, блин. А где ты? Как ты туда попал? Так смотри. А ты за забором у меня где-то бегаешь. Справа обходи. А, вот теперь вижу. Ку-ку, ёпта. Оу. Блин. Ожидания других игроков. Нет, сюда не надо заходить. Не надо. Нет, ты не туда пошла. Не туда? Вдруг, блин, сейчас я выйду, подожди. А то мы так будем долго блуждать. Давай. Он за тобой придет, наверное. Ой, охотник. Не туда. Иди к зеленой машине. А я тут охотник за сокровищами. Я кучу всякого насобирала. Иди сюда. Может, тоже что-нибудь найдешь. Я хотел тебе показать. Ай, ну что? Сейчас я приду, все. Все, сейчас, посмотрим. Нет, он за мной не пойдет, он там охраняет какую-то свою территорию. Ну, ты просто меня подожди, вместе сходим к нему. Я еще коллекционный предмет нашла, путеводитель по острову. Да? Ну, тогда я иду к тебе. Да, давай.
Ты меня уговорила. Ну да, конечно, это сокровище же. Сходим потом к нему, он же никуда не уйдет. А, ну в принципе мы же сейчас можем обойти просто это. Угу. Так, стальной пруд. Да, ищи, давай. О, я вижу его! Я его отсюда вижу, иди! Его отсюда видно, иди сюда. Вон он, тусуется, смотри. Ну, она, у него такая, это, пати какая-то в воде. А он к нам идет, смотри. Он к нам идет, реально, здесь ступеньки есть. Здорово, брат! А мы его будем убивать или свалим от него? Смотри, он идет ведь, а? Ну, я не знаю. Что-то я не знаю. Что-то я очкую. Подожди. Я очки славил. Ух ты, он плюется. Он плевун. Фу-фу-фу. Нафиг. Турный мальчик, да? Пошли. Давай попробуем с двух сторон на него напасть. Вот это будет интересно. Ну, пусть он сюда. Вон он, ты говоришь, не пойдет. Давай, мы его сюда выманим. Нет, то было. Иди сюда. Come with me. Оп. Офигеть. Давай, давай. А он такой, нет, что-то слишком далеко. Да пошел ты. Ух ты. Плыву. Он, главное, меня мутузит, смотри, что. За что? Замочил. Ой, ой, ой. Посмотри, что делает. У меня мало здоровья, поэтому... Подожди, бегай. А, ты все? Я все. Ты завершил свою карьеру, да? Да. Так он нифига себе меня отмутузил. Так, опа. Ага, лошара. Давай, давай с двух сторон. Подожди, лошара, Микантара. На. Все, замочали. Ой, да. $533, все в порядке. Фу. Потрясающе. Он отвратительный. Мэн. Пошли. Так. Мы с тобой же еще по какому-то заданию шли там, вообще-то. Это мы же с тобой... Мы с тобой шли по основному. Нам надо добраться до людей и поговорить с ними о лодке. Да, ну мы тут просто что-то отвлеклись, подзадержались. Давай, давай, может быть, ты поведешь? Нет. Давай, давай, нет, я хочу посмотреть, нет, 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 поехали. Давай. В следующий раз. Не хочешь ты развеять миф о женском водителе? Да, я уже столько раз развеяла его. Стереотип такой. Нет, я его только подтвердила, мне кажется. Поэтому не надо. Ой. О, смотри, у нас там целый парк аттракционов. Где я? Смотри направо. Там какие-то дома. Домишки. Ну, я это имею в виду, что мы с тобой можем повеселиться здорово. Вон сколько веселья здесь по дороге. Ух ты. Ни хрена не вижу. Я тоже. Вбило стекло. Ну, по-моему, дорога нам поможет туда подойти. Ой, ой. Заросли пули непробиваемые и непроходимые. Давай, давай, выезжай, это же джип. А мы правильно едем тогда? Нет. Блин, спасите. Спасибо. 180, да, не в ту сторону. Помогите Люку, блин, опять здесь Люк какой-то. Как вы? Ну, нам тогда надо, знаешь, что, выйти, помочь ему и закончить серию, потому что мы не доедем, похоже, в этой части. Ну давай, в принципе, потому что... А, я уже им помог. Подожди, вроде я задавил тех зомбаков, которые угрожали его жизни. Ну, нет, тут есть еще, меня тут долбанули. Нет, ну я уже с ним разговариваю, и он мне что-нибудь так сейчас даст. Ну ты разговариваешь, а я-то веселюсь. Почему они все побежали на меня? Пошли нафиг. О, 1,5 косаря мне дал, нифига себе. Красавчик. А почему мне $45? Да блин. Кто не успел, тот... Я здесь успел. Только так летаю. Иди давай помогай. Батарея LP4000, не знаю, что я нашел. Так. Сейчас, держись. Бежит, бежит. Оп. И давай, знаешь, чем мы закончим с тобой? Как раз вот этой вот яростью. Давай, а ты накопил, да? Да, я накопил. Как ты собрался это демонстрировать? Там в умении было написано, надо нажать Z и еще раз Z. Чтобы активировать именно общую ярость. Давай, садись, мы с тобой поедем. Я не могу почему-то, вот сейчас. Поехали. Поедем в направлении к нашей с тобой цели. Окей, мне бы где-нибудь верстачок починить, моего мачете. Вообще, плохо? Да нет, наполовинку. Вообще круто было бы найти катану. Во, вот это было бы замечательно. Ну да. Так, здесь мы, по-моему, не проедем, да? Угу, похоже, нет. Объезд.
и там мы тоже не проедем. Че, пешком что ли топать? Ну, в принципе, мы уже на берегу, и тут надо... Давай тогда развернемся. Сейчас я опять доеду, блин. Найти просто людей, с которыми приехали. Мы должны поговорить. А, вот все, дорога. Сейчас тогда обратно вернусь к тому месту. Вот. Отсюда. А мы здесь можем спуститься? Может, мы здесь упадем? Нет? Не-не-не, здесь, по-моему, есть дорога. Да? А, ну, вон, да. Вон, там ступеньки, иди сюда. Да я обойти не могу. Подожди. Там смотри аккуратней, там, твой поклонник. А, все, он потерял интерес к тебе. Он такой, да фу. Что-то какая-то фу. А ну и нафиг, да, связываться с ней. Что я в ней нашел? Сплошное разочарование. А ты что-то зря вот так убежал-то сзади, вот столько интересного. Оу, блин, ну давай. Оу, е, вот это вот приказ. Ух ты. А у меня мало здоровья. Что-то мне как бы вот лучше бы, наверное, не лезть в самое пекло пока что. Прыжок и А, блин. Буф. Ой, как интересно-то. Во. Правда, не так уж, конечно, эффектность получается, ну ладно. Ну и чё ты? Чё-то сделал с ним, нет? Да нет, у меня просто есть умение, там, прыжок и нажать удар ногой. Ага. Как это получается тупо, я уже не знаю. Ох, давай спустимся, ты. Я помню, что здесь будет дофига зомби просто. А, бежит. Нет, дофига зомби, пусть будет следующая часть, я сейчас вот этого завалю и пока... Нет, просто я хотел это, показать ярость, а нам нужен подопытный. Да чё не падает-то? О, наконец-то. Так. Да, иди. Вот смотри, там внизу, кстати говоря. Ну, их сейчас тут будет много, ты сказал? Нет, вообще, вот в этом... Вот это, ну в этом давай, месте. Показывай! Че, уж тебя уже испугалась? Да нет, просто интересно, на одном показывать нужно, чтобы их было много. А, ну копи тогда для следующей части. А все уже накоплено. Просто это будет немного... Правильно, мне кажется, если мы задержим этот момент сейчас. Ну да. Я хотел показать. Вот, смотри-ка. Подожди тогда меня, сейчас я иду. Ага, ребят. Хотя бы вас трое. Ну так, я. Давай, смотрю, давай, ярость. Z. Эй, что такое? Они разбежались. Вот. Так, где ты там? Вот, групповая ярость. Дробящее оружие. Ух ты. А у нас получается что? Опыт и деньги, да, у нас даются. У тебя какой-нибудь значок появился, блин. Нет? Значок? Нет. А, ну это... А, да, нет, XPS. Ну, XP и доллар. Да? Это вот, ну, такая вот общая ярость. Смотри, ой, получается. Блин, она что, живая? Телефон можно отобрать у этой девки. Новый, да? Мы такие с тобой, знаешь, гопники ходят по острову, отбирают деньги, телефоны. iPhone 7, да, только что вышел. Да. Прям на острове. Все, нам надо серию уже заканчивать, потому что слишком долго. Да, давай сделаем на этом перерывчик. Мы добрались до места, наконец, до которого нам нужно, и в следующий раз здесь уже все обследуем. В принципе, да, 60 метров у нас здесь и будут и дополнительные квесты. То есть это как бы следующая наша локация, с которой мы начнем уже следующую серию. Так что, ребятушки, не пропустите. Всем до скорого. Покеда. Пока-пока.